«Я Зан, глава Анвильского отделения гильдии бойцов. Даю уроки боя с использованием дробящего оружия». «Контракт для тебя?» «Думаю, у меня есть задание тебе по плечу. У Арвены Телас какие-то проблемы с крысами». «Да, крысы. Я уверен, она сможет объяснить тебе проблему лучше, чем я. Она живет здесь, в Анвиле. Иди и поговори с ней. Удачи!» «Иди...» «А, ты должно быть из гильдии бойцов. Хорошо, у меня проблема. Проблема с крысами в моем подвале». «Именно, крысы в моем подвале. И кто-то убивает их, это ужасно. Мои бедные крошки, сделай что-нибудь!» «Не знаю, что буду делать без них, без их маленьких розовых носиков и кожистых хвостиков. Пожалуйста, спустись в подвал и выясни, что там происходит». «Пожалуйста, спаси моих маленьких крыс». «Итак, что оказалось? Как там мои крошки? Что происходит там внизу?» «Пума? В моем подвале? Но как? Это невозможно!» «Но это случилось! А что, если она была не одна?» «Где есть одна, там будут и другие. Найди Пинаруса Инвентиуса. Он охотник и изучил этот район вдоль и поперек. Он знает, что делать». «Пожалуйста, найди Пинаруса и этих пум!» «Как дела?» «Продолжай, пожалуйста!» «Пумы? Тут? Странно. Но если они правда здесь, я их найду. Пойдем со мной. Получим удовольствие от охоты, заодно поможем этой старой корге. Идем на охоту». «Если они и могут где-то быть, то только здесь. Не думаю, что их тут больше четырех. Давай разберемся с ними». «Похоже, с ними покончено. Не думаю, что тут кто-то еще остался. Можешь пойти и сказать Арвене, что проблемы больше нет. Удачной охоты!» «Тебе нужно разобраться с этими пумами!»
Ты думаешь, что они мертвы? Да? Ничего подобного. Одна из них сейчас в моем подвале. Иди и убей ее. Слава богу, ты убил эту тварь. Это безумие! Кто-то хочет навредить мне, навредить моим бедным крошкам. Ручаюсь, это моя соседка Куил Вив. Это она. Она всегда ненавидела меня и моих милых крошек. Я знаю, что это она. Я даже видела, как она шныряла по моему заднему двору ночью. Она думает, что очень умна. Она и все другие женщины. Я покажу ей. Проследи за ней, выясни, что она задумала. Пожалуйста, спаси моих маленьких крыс. Убирайся отсюда. Давай быстрее. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не знаю, в чем ты хочешь обвинить меня, но на твоем месте я бы постереглась делать это, не имея доказательств. Иди, приставай к кому-нибудь еще. Зачем ты надоедаешь мне? Уходи. Да. Что я могу для тебя сделать? Что? Понятия не имею, о чем ты говоришь. Что мне там было делать? Хорошо. Я думала, что если я разложу там тухлое мясо, эти противные маленькие твари вылезут из подвала, и стража разберется с ними. Пумы! В ее подвале! Я просто хотела выманить ее грызунов наружу. Я не хотела никому причинять зла. За исключением крыс. Пожалуйста, не говори ей. Если ты сохранишь эту нашу маленькую тайну, я не останусь в долгу. Я могу научить тебя акробатике. Подумай над моим предложением. Уходи. Как слежка? Это ее рук дело, да? Расскажи мне, что тебе удалось выяснить. Она не делала этого? Но тебе все же удалось устранить эту проблему, и это главное. Спасибо тебе. Вот твое вознаграждение. О, мои бедные маленькие крыски! Наш секрет остался секретом.
И я ценю это. Что ж, я говорила, что не останусь в долгу. Давай я научу тебя кое-чему. У тебя должен быть упругий шаг. Это поможет в странствиях. Я этого добилась. Возможно, и ты сумеешь. Береги себя.